Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами снова находимся на водоеме Клянь-Сибирин. Я приехал немножко заранее, чтобы подготовиться, собрать снасти. Пока еще темно, людей еще немного собралось. Но скоро начнется световой день и надеюсь, что поймать что-то нам получится. У меня было два схода и две поклевки. Гореш отличился, вот. Всем первый привет. Вытащил. Молодец! Начал положено. Да. Толя ушел, красавец, я пока нет. Вот уклюнула у меня форелька. Опа, есть. Вот такая вот красавица. От ноля ушел, слава богу. Поймал я вот еще две форельки. Поймал на плечинку приманочку троутзоны. С сильным запахом сыра. Головочка у меня 0,2 грамма. И ловлю практически приглядку. Смотрю, форель проходит, бросаю прямо под нос. Пару подрывов и паузу, чтобы не надо планировал. И она заглатывает. Сейчас покажу вам, как приблизительно делается. Чтобы начинающие имели хотя бы общее представление. Очень хорошо. Вот сейчас, кстати, три форели, как попробуем подбросить. Оп, бросаем, даем заглубиться. Пару рывочков. Ах, я отвернул. Так, сейчас мы еще подстрелим. Он плывает, да, слева. Да, да. Там по ногам. Да. Порыв интересует. Сидели пару рывочков, дали покойно сплавиться. Пару рывочков сплавиться. Вот очень легенький. Пару рывочков и еле-еле крутите катушечки. Делали, даете паузу, чтобы она пропала. Еще раз подорвали, еще паузу. Вес у нас стоит на 0,04, хоть даже вот 0,2 грамма десяток головка, плюс какой-то вес имеет приманку, приманка и где-то на 20 метров спокойно, там на 15-20 метров у меня приманка летит. Ну вот там, как говорится, ловишь слепую, а здесь вот я пару штук сейчас поймал именно в пригляд. То есть мы проплывали мимо, кинул перед носом, заинтересовалась, дал заглотить, причем одна у меня еще сошла за это время. Тут буквально просто камера не отражает реального времени. После поимки на блесну прошло сейчас, ну, наверное, минут 7-10. Один сход и две пойманные. Так что как бы силикон рулит. Легкие подергивания, даем заглубиться приманочки. Опять легкие подергивания. Катушку еле-еле вращаем, чтобы она под водой не делала таких резких движений. Главное раздразнить форель, как с пушкой играется, там, мышкой. Так-так. Далее приманочку под нос подбросили. Кстати, иду сейчас попробую поймать под камеру, если получится. Вот, под камеру ловить. Забрался, немножко заглубили. Рыба крайне пассивна. Еще на стояка люди периодически клюет, вот так вот, кто ловит на шлеп, практически ни у кого ничего нет. Так что приходится вот так вот вынуть. К сожалению, не хочет под камеру ловиться, не буду больше у Игоря забирать время, ему тоже надо порыбать. Что-то поймаем, еще покажу, друзья. Сейчас я поставлю личиночку такую-то, Виталий Сажа мне прислал от Фишапа, он разработчик этих приманок. Немало уже было поймано форели, хотя приманки недавно у меня эти. Сегодня, когда было темно, ни на что не клевало. Только у меня был сход и две поклевки именно вот на эту вот приманочку. Сейчас попробуем, может быть, сработает. Рыба крайне пассивна. Рыбы очень много, но она какая-то вся шальная, ходит поверху. Половина больной. И очень-очень пассивная. Безбродная, поэтому некогда было снимать. Сейчас вам покажу. Личинка прямо во рту. Плавала пассивная форель. Опа, под нос ей кинул. А ну, покажи личинку. Открой пасть и покажи личинку. О, видите? Вот она. Рыба крайне пассивна, поэтому сейчас все уже давно мы кидаем приманки силиконовые без огрузки.
перешли от раздражающих цветов, провоцирующих, к натуральным. Поставил я нимфу, три выхода было, причем последний даже рот открыл, а потом раз последний развернулась и ушла. Рыба очень-очень пассивная, я не знаю, на все озеро, ну, наверное, может с десяток, может чуть больше рыбы поймали. Хотя запущено очень много, вчера тоже самое очень много наловили. Так, вот он такой вот, дал Игорёше приманочку такую от Иликса. Сам еще не забрасывал, Игорёша уже разловил, молодец, красавец, поймал, красавчик. Такая надо приманочка. Пробовать. Надо все пробовать, ну. На нимфу у меня было два схода, и вот сейчас попробую такого червячка поймать. У меня лежит, купил, когда был чемпионат Германии, мы заходили в местный рыболовный магазин, смотрим, цена такая гуманная для Иликса, 5,90. И мы купили, вот уже вот лежит с начала октября, еще в воде ни разу не бывало. Ну, сейчас надо попробовать. Друзья, вот первый заброс этого червячка. Вот он. Ой, вот такой вот самец лаксфорели. Так что работает приманка. Она валялась несколько месяцев. Дал Игорю попробовать, ее размочил. Пригодилось. Включить камеру. Вот еще одна форелька. Крючок вылетел изо рта. Тут квертилась, крутилась в подсаке. Тоже такая грамм 800-900, может, килосика. Игорёша сейчас был сход. Говорю, на ту же приманку. Нет, говорит, другую. Смотри, какая красота. Как это называется? Да, две поклевки было. Сейчас. Ну и сход же сейчас у тебя был, да. Да, один, два точнее. Две поклевки, один сход. Вот. Силикон эвергрин. Такие вот каракатицы. Очень хорошо по окуню работает. Вот сегодня решил на форель поставить. Ну, как выяснилось, тоже, да, неплохо работает. И учитывая... походу, сегодня темные цвета еще. Да, да, сегодня яркие цвета не работают, это точно. Яркие цвета. Еще с утра было несколько поклевок на яркий цвет, а потом все. Ну, наверное, за целый день накололи, за два дня. Ну, да, цвета, так что будем, будем пробовать. Вот эти сейчас приманочки. Идет очень скверно. Поставил сейчас пенту 0,6 грамма. Сначала была поклевка, потом вот взял такую форельку неплохую. Весна уже вылетела. Блесенька крошечная, 0,6 грамма. Вот, красавица вот такая вот. Одна сторона такая, даже знаю, какая-то бежевая, другая, опа, темно-зеленая с блесками. Долго не было даже на силикон поклевок, а вот смена приманки очень легкой блесны 0,6 грамма пента. И результат на лице. Сегодня на такие снасти, это спиннинг Zemek Spider до 5 грамм. Здесь у меня катушечка Daiwa Luwes 2004 и полтора ПЕ мамоевская леска. Второй спиннинг у меня Матаги до 1,8, Суаре катушечка и Нанофил 0,04. И третий спиннинг — это Графит Лизер Белеза Карентия до 7 грамм. И Daiwa Luwes катушка Нанофил 0,06. Вот такие вот у меня снасти сегодня. Рыбалка очень тяжелая, очень много сходов. Мало того, что рыба очень неактивная, плохо засекается, неактивно берет, так еще помогают берулинчики. Сейчас один меня подсек так, что крючок не погнул, попытался его выпрямить на блесне, сломался. Ну ничего, в сложных условиях, ну кое-что поймать удалось, не знаю, чтобы 5-6 надо уже поймать. Поставил я силиконку от Тайртапа. Ой, Тайртапа, извините. Вонючка, да? Да, опа. Ой. Так, подожди, подожди, не убегай. Уже столько сегодня ушло. Сегодня она какая-то, ну, шибка. Шибка уходящая. Не-не, стоп, это троадзона. Да. Вот. Личиночку от троадзоны поставил. И взяла. Сейчас я вам покажу приманочку. Опа. Вот она. Вот такая красавица. Друзья, по традиции фильм закончу уже дома, чтобы можно было в спокойной обстановке все рассказать. Сейчас как раз прошли
Ваньнасовские праздники, рождественские праздники. На многих рыболовных водоемах, которые частных водоемах, сейчас как бы зонды раздаст, то есть запускают очень много рыбы, стоит это немножко дороже, но зато в больших количествах запускается рыба. И, естественно, сейчас многие фирмы закрыты, у людей как бы рождественские каникулы, и, естественно, на водоемах аншлаг. С одной стороны, вроде бы хорошо, запускают очень много рыбы, должна быть хорошая рыбалка, а получается совсем не так. Вот мы приехали во вторник, 27-го, у меня друзья были вот на этом же водоеме 26-го числа в понедельник. Вроде там запустили 4 или 5 килограмм рыбы на человека. Был товарищ, мне говорит, рыба, говорит, кишит. Но поймали, он поймал две всего форельки, еще там Володя, Игорь одну вроде форельку поймал. И как бы результаты очень посредственные. Хотя, говорит, рыба, ну просто как в аквариуме. И как бы я решил разобраться, в чем дело, просто было интересно поехать, посмотреть, ну, может, ребята что-то делают не так, ну, как не поймали столько рыбы. Приехал рано утром, занял вроде бы перспективное место, воду только посветил, и действительно, вот как показывают в японских фильмах, просто вот верхние слои воды, то есть сама поверхность чуть ниже, просто кишит форели. Начали ловить еще по темноте, кое у кого... Были поклевки, там именно кто ловил на натуральные приманки, у тех были поклевки, ну очень слабо, опять же, до рассвета, там буквально, насколько я считал, 4 рыбки было поймано. И рыба вся ходила, вот просто, знаете, идет поверху, собирает воздух. Или же встала, просто где-то вот там, в каких-то в средних слоях воды, но ее видно, и просто стоит, не шевелится. Я сначала не мог понять, что происходит, а потом сообразил. Когда-то в свое время я... занимался аквариумными рыбками, ну, просто увлечение было. И где-то, наверное, в середине 90-х появились на рынках такие люди, которые зарабатывали деньги чем? У них были пакетики и баллоны с кислородом, которые закачивали под давление в пакетик с водой, где у вас аквариумные рыбки, закачивали кислород. Для чего это делали? Потому что, ну, как правило, люди, которые продавали рыбки, кто этим увлекался, знает, налили там 100 грамм, там 200 грамм, это уже максимум воды, потому что у них в аквариуме не так много, и там кинули вам две рыбки, там три, которые вы купили. Ну и так человек там прошел, у него там в пакетике в этом плавает, я не знаю, десятка-два рыбок и пол-литра воды. Естественно, что если добираться там час, два, а то и три, то кислорода в воде не хватит, рыбки погибнут. И вот как бы продвинутые там, можно сказать, продавцы сделали такую услугу. То есть я ходил, допустим, купил рыбки, которые мне надо, подходил, они в пакетик опускали шланг, закрывали, загоняли в него кислород и завязывали. И в таком состоянии можно было там несколько часов рыбу спокойно перевозить, и она оставалась живая. Аквариумные рыбки, я именно говорю. Но когда вот я их выпускал в аквариум, поведение у них было очень странное. То есть первые несколько часов либо они ходили поверху, и такое впечатление, как они сверху вот воздух как будто глотают. Какая-то часть, большая часть. А некоторые просто установились в каком-то слое в аквариуме, становились, просто не шевелят. Плавники шевелятся, и они не двигаются. И когда я вот всю эту картину увидел сейчас на водоеме, я понял, что здесь точно такая же ситуация. Обычно у хозяев водоема есть определенный запас рыбы. Они ее держат либо в том же водоеме, либо рядом. То есть рыба, привезенная откуда-то, она акклиматизируется, а потом уже ее запускают непосредственно перед рыбалкой, запускают в водоем. И тогда она активна. А в данном случае людей очень много, рыбу покупают тоннами, ее привозят свежую. А для того, чтобы ее перевезти, в цистерны, в которые они переводятся, накачивается воздух. Накачивается кислород, правильнее сказать. И с таким с обогащенным кислородом ее довозят и выпускают вот в этот водоем, допустим, где сейчас происходит какая-то там рыбалка, встреча, еще там что-то. И получается, рыба просто после воды, очень обогащенной кислородом, попадает в воду, где, скажем так, намного ниже уровень кислорода. И первые там 3-4 дня она просто в себя приходит. Практически редко-редко, когда бывает, что эта рыба клюет. И вот в данном случае... Я вот когда подумал, думаю, скорее всего, это именно связано с этим. И как бы теория моя подтвердилась. Потому что когда ребята были, они говорили, ну очень плохо клевало. Даже на бинен-маден, на тесто, поклевок было очень мало. Там на весь водоем было больше 40 человек, а поймали, говорит, ну максимум рыбок 20.
то вот мы приехали уже как бы на следующий день, рыба немножко активизировала. То есть было поймано еще по темноте несколько лакс-форели на натуральные приманки. И я когда увидел, что они ловят на натуральную противоте, почему не попробовать? Вот есть очень хорошая приманочка от Фишуп, разработанная Виталием Сажневым, Пупа. Я сначала одел сюда где-то 0,4 грамма головочку на крючочек и забрасывал ее, и прям проплывает, кидая под форель, под нос форели, реакции никакой. Думаю, ну что делать, надо как-то выходить из ситуации. Я снял полностью огрузку, оставил просто на крючке. Сейчас я ее одел по-другому, потому что у меня просто приманка разорвалась сейчас. Вообще, конечно, она немножко по-другому, но вот так была одета. Сейчас попробую, наверное, так у меня разбита, что трудно ее показать. Так вот она у меня была одета. Вот. И когда, как только я убрал огрузку с приманки, сразу же пошли поклевки. Одна у меня форелька сошла, было несколько поклевок, поймать не по темноте не удалось, но я уже понял как бы тенденцию, что рыба начала шевелиться, начала немного кормиться, и надо просто подбирать приманки. И потом, когда уже расцвело, естественно, я сначала поставил блесна, потому что более активная, было на эту блесну, это фольма килофишинг, моя любимая блесна и любимая расцветка, было несколько поклевок, сходу в одну форельку я потом поймал. Но опять же, видно, рыба неактивна, она бьет, даже если ты ее подсекаешь, чуть протащила, сразу сход. То есть она получается как бы щипает приманку, и в то же время нет нормальной поклевки. Я наблюдал рядом за рыбаками, которые ловили на натуральные приманки, и видел, что даже вот принцип какой на то, то есть даже если они делают проводку, допустим, поплавок там или спирулина, они провели, приманка не прошла, потом они дают паузу, чтобы она упала, еще сделали проводку. И вот когда форель хватает натуральную приманку, что делают? Открывают дужку катушки и дают форели заглотить приманку. Потом она ее заглатывает, идет, когда вот уже она прошла несколько метров, то есть явно приманка как бы во рту заглочена, делают подсечку. И даже вот при таких вот всех мерах, когда открывалась дужка, давалась возможность рыбе как бы заглотить приманку, буквально на одну пойманную там 3-4 пустых подсечки. То есть получается форелька брала как бы губами, не заглатывая, просто двигалась с этой приманкой. То есть явно рыба неактивна. И для того, чтобы как бы выйти из этой ситуации, что рыба как бы очень пассивна, я перешел просто на ловлю на, либо на совсем неогруженные приманки, либо на приманки огруженные, там, вот, там, небольшие там 0,1-0,2 грамма головочки. Поклевки были практически на все. Но опять же, вот кидаешь свежую приманку, одна-две поклевки, три, все, потом рыба не реагирует. Вот неплохо рыба реагировала на бол от троудзона, червячок такой, запахом сыра. Когда, я уже говорил, вот на пупа я поймал от фишап. Потом вот впервые, я когда уже говорил там в фильме, мы когда были на чемпионате Германии, я купил там магазин, зашел в местный магазин и купил вот такую приманочку, червячка такого от Иликса. Именно вот мне именно форма понравилась, потому что она очень напоминает форму того же бол червяка там или танты фишуп, именно вот такое многосочленение такое, то есть очень-очень подвижный червяк. Ну, лежало вот у меня уже несколько месяцев, я не пользовался. А тут мы стали все экспериментировать. Даю Игорю, он тоже делал первый же заброс и вытаскивает на нее форель. Я тоже вот на эту приманку поймал две форели, было еще несколько поклевок. Были поклевки на барклаевского червячка. Тоже есть крошечная огрузочка у меня 0,1 грамма. Поклевки сходу, но поймать не удалось на эту приманку. Потом, что Эвергрин, вот приманочка вот такая вот, это мне уже дал Игорь, он неплохо на нее ловит окуней, и вот поставил, он на нее тоже, у него было два схода форели, то есть она клевала, но сходы были, но уже как бы он протащил, главное форель реагировала. То же самое я поставил, было несколько поклевок, но как бы реализовать поклевки не удалось, но в любом случае теперь как бы это уже будет приманка на каждых моих форелевых рыбалках будет использоваться, потому что явно форель ей интересуется. Были у меня поклевки на нимфы, причем опять же пробовал с небольшой огрузкой, поклевок не было. А вот без огрузки, причем я ловишь как бы в приглядку, рыба проплывает, вот я бросил ее.
она не среагировала. Раз, два, три. Вот под нос бросаю, подергал, пауза. То есть вот подрывы сделали небольшие, она сыграла лапками, потом медленно-медленно падает. Опять же, подрывы, она медленно-медленно плавает, падает. Несколько раз форель даже отворачивался, а потом не выдержал, раз, схватил, полностью заглотила. Делаю подсечку мимо. То ли крючок как бы в пасти лег, вот так ее выдернул, то ли совпал момент подсечки, когда она ее захватила и сразу выпил. Что, кстати, форель делает очень часто. Значит, на что еще? Ну вот тоже от Трудзона был вот другой расцветки, темные там Нига, тоже были поклевки. Барклаевская вот такая вот личиночка. Идет. Ну и специально она уже сама тоненькая, личинки как бы плавающие, если толстый крючок быстро падает. Я специально поставил тоненький крючочек. Тоже были поклевки. Ну, пойманно, я поймал 8 лакс форелей. И заключительную я поймал вот тоже пупа, только от Троудзона. Ну, ребята просто скопировали личинку Виталия Сажнева и сделали такой крепкий сырный запах. И вот уже когда мы уходили, там водоем до 5 часов, уже как бы сумерки, просто одел, забросил, она там в одном углу собралась, и там человек ловил постоянно на натуральные приманки. И ну, забросить ему не было возможности, потому что его тоже со всех сторон обкидывали. А тут людей уже мало осталось, я только смог добросить до этого угла, она в принципе личинка вес приличный имеет, плюс крючок также, кнабок он тоже как бы тяжелый крючок. И я смог добросить до этого угла, только упала, два рывочка, и тут же села форель, вот я на это поймал. Так что... Даже вот в таких как бы сложных условиях, если с головой подходить к ситуации, то всегда что-то можно поймать. И в данном случае, то есть шло просто ловля на силикон, совсем рыба пассивная, ловля на силикон и на неогруженный силикон. И это как бы спасло рыбалку. Я поймал 8 лакс форели, 11 сходов у меня было. Сходы в основном из-за того, что рыба просто неуверенно клевала. Это как бы ну, естественная ситуация. И вот продолжение как бы моей теории, что все-таки рыба постепенно акклиматизируется после перевозки, подтвердилось, потому что мы, вот, я был во вторник, да, а в среду друзья мои поехали, и Валентин на том же самом месте, где я ловил, поймал уже 18 этих лакс форелей, и из них 8 поймал на блесну, то есть рыба намного более активна стала. И я думаю, кто, допустим, сегодня там приедет уже там в четверг, то еще поймает больше, потому что рыбы очень большое количество скопилось в водоеме за эти дни. И она постепенно приходит в себя и начинает клевать. Поэтому, если есть возможность, то лучше как бы приезжать на рыбалку не в день, когда вот этот большой запуск. Потому что, как правило, на эти большие запуски рыбу специально привозят дополнительно. А приехать через несколько дней, чтобы она акклиматизировалась, и тогда у вас есть шанс хорошо отловиться. Я не буду там детально рассказывать там, о всех силиконовых приманках, на которые я так вкратце показал и все. Потому что планирую снять специально фильм об этом. Очень много новичков, кто начинает ловить на форуме, там, в ютубе, так при личных встречах спрашивают, как, что, почему. И я сейчас решил снять серию фильмов про силиконовые приманки для форели. И подробно остановлюсь на каждом виде, предположим, там, нимфы, там, черви. Там, раки, предположим. И подробно расскажу в коротких фильмах, как я их использую, как монтирую, как их нужно проводить. Я думаю, что это будет всем вам интересно. Друзья, если вам нравятся наши фильмы, пишите комментарии, ставьте ваши пальчики вверх, присоединяйтесь к нам в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках, присоединяйтесь к нашим совместным поездкам на рыбалку. Всего хорошего, до новых встреч. Пока, друзья!